Софии сегодня такой лук. Иди покажи джинсы. Это она в Харькове купила, я не показывала. Нравится тебе? Не, не надо близко подходить. Ты, я наоборот дальше села, чтобы видно было. Сумочка, да? Мальчачий стиль. Но джинсы вообще обалденные. Они такие вот широкие вообще. Класс, да, мама? Тебе нравится? А тебе? Ну так. Так себе. Нормально. А мы с Софией собираемся в магазин. Мне девочки закончилось средство для стирки. А мне носки надо. Училась стирать стирку. Тут у меня вот этого вот осталось на раз. На раз и все. И вот этого немножечко еще. Ну, на пару раз. Оно, вот это хорошее средство. Но, девочки, хорошо стирать. Белое мне уже закончилось. Ну, очень маленький объем. Это так, пару стирок и все. Делали бы они побольше. В общем, надо что-то купить. Сейчас в Еву. По акции? Было 94, сейчас 80. 50, да? Угу. Наверное, надо взять, да? Пока по акции. Хотя у меня дома есть краска. Но я потом беру без, всегда без акции. 80-50. Ультрачёрный. Ладно, возьму одну красочку. Да я не знаю, как хочешь. Ну нету Найка, смотри. Есть вон боевигусы. Будешь брать? Не знаю, девочки, что мне взять. Капсулу. Наверное, порошок возьму. Я давно порошком не стирала. Аквапудра. Нормально. Альпийскую свежую. Сейчас по акции. Была 349, сейчас 226. Да, взять? Ну а что тут жидкое? Жидкая тайт колор. А этот почем? Почем он? 400. Ого, акция какая хорошая. Смотри, 739, 406. Капсулы тоже по хорошей акции. 459, 809 стоили. Не знаю. Или капсулы взять. Даже не знаю. Такие красивые девочки. Для уборочки полотенечки двухсторонние. Вот. Были 50. Ой, сейчас 50. Зелененькие. Не, просто показываю. У меня такое есть. Блесточки это. Что тут силиконовые формочки. Ну, мне такое не надо ничего. Стаканы. Зеленые. О, кружечка такая, горошек черная. 40 гривен стоит. А там еще какой-то рисуночек. Девочки, в общем, купила Доместос домой. Надо, купила порошок, краску. И вот эти растопырки для маникюр, для педикюра. А София там себе носки, крабик купила. Крабик, вот. Кстати, можешь показать. Смотри. Бежевый такой крабик взяла себе. Удобный? Смотрится классно, да. И он удобный. Ну, хорошо. Вот мой личный крабик. Чтобы мама не воровала. Ну, носки и крабик ты взяла. А, да, все. Носки я взяла такие, черные длинные и белые длинные. Белые, чисто белые, да? Угу. Это хоть я со значком Найка их. Я в интернете себе закажу. Сейчас, девочки, дыню попробуем. Ну, пахнет очень вкусно. Но мне кажется, вот это вот зеленоватое. Тут нет, желтенькое. Сейчас я ее почищу. Попробуем дыньку. Высыпать сразу мусорник, а если там потечет, сейчас придумаю.
любит дыню, а кто любит арбуз. У нас я люблю и то, и то. София, ну, дыню она и не любит, но ей нельзя. У нее аллергия на нее. Аня дыню не любит. У меня папа любит дыню. Мама не любит дыню. А я люблю, мне нравится. Им не нравится, моей маме запах не нравится дыня. Мне нравится дынька. Когда она сладкая, медовая такая, ой, я обожаю. Но ее тоже много не съешь, она такая тяжелая. Так, это убрать. Тарелочку взять. Так, вот эта сторона, которая была некрасивая. Ну, я ее помыла, она чистенькая. Мне кажется, тут как вяловато. Арбуз был, ну, сладкий, но не такой вот сахарный-присахарный. Да? Это ты не режешь. Угу. Нравится запах? Нет. Тоже не нравится. Вполне, как бабушка говорит. Угу. Девочки, вкусная. Сладкая дынька, вкусная. Хорошая. Но холодная. Положили в холодильник. Что-то Женя решила ее положить в холодильник. Люда, это твое видео меня... Твои видео раздразнили. Люда, привет вам из Испании. Ты в магазинах скупилась, там показывала, что вы покупаете, и показываешь арбуз, дыню, все разрезанное на половиночки. Боже, я так захотела, не могу. А время 2:00 ночи. Жене говорю, Женя, купи с утра арбузик и дыньку. Девочки, мне видео скачут один через один. Ну, так получилось. Спасибо всем за поддержку и за понимание. Микки, отдай бажасика Софии. Микки. Все самое неинтересное. Дай бажасика Софии. Дай бажасика Софии. Дашь? Ну, ты же хорошая девочка. Дай, молодец, молодец. Ну, давай. Ну да. Ой, молодец, похвали. Молодец. А сама рычит же, угу. Это на хрюк. Молодец. Но я все равно нервничаю, скажи. Сейчас она начнет трепать. Ой, боже. У тебя голова отвалится так телепать. Вот такая мелкая, да? Ты злая, да? Злая девочка. Так она прям ля-ля, не дает. А бажасик при чем? А Аня отправила нам М? Не? Кого? Мишку. Ой, не, она забыла. Блин, она вспоминала. Что, да, мы ж Мишку забыли в Харькове. Я мячик положила, а Мишку, что-то он где-то она его задевала. Мишку, она вместо Мишки всегда, вместо Мишки всегда берет бажасика, всегда. Да, ужас. На готове. Я много кинула, знаешь, как потом мне синяк тут будет. Ну прости, я тебя люблю. Да я тоже тебя люблю. А ты что, снимаешь? Нет. А вообще-то да. О боже мой. Мама, ну как тебе бывает, кинешь тоже? Ну что же больно? Ну как можно мимо так сойти? Мама, ну ты молчи.
Нет, не расстраивайся, это не самое страшное. Микусь, все, успокаивайся. Нет, нет, никто играть не будет, ты себя плохо ведешь. Нет. Она себя вообще-то уже хорошо ведет. Успокоилась. Лежи там и все, успокаивайся. Никто у тебя не забирает. Она на меня только и смотрит. Она же думает, что я сейчас начну драконить. Она тебя загрызет. Она меня? Угу. Ага. Ну попробуй, забери у меня. Я могу взять. Ты сейчас запросто, а? Да, я запросто. Не надо ей делать. Она сразу начинает. Ну зачем ты так руки делаешь? Она так... А она вот так вот боится прям. Очень мало. Ну то есть ты не так будешь делать, она вообще не будет реагировать. Все, не трогай. Ладно, все, мне ее жалко. Я сейчас ее раздраконю так. Не надо. Микусь, все хорошо. Ой, а к нам приехали красивые гостинцы. Спасибо большое. Ой, помидорчики домашние. Спасибо, тетя Зина и дядя Равиль. Спасибо вам большое. Домашний помидор. Сейчас я его съем. Как они пахнут. Микки, ты тоже хочешь домашний помидорчик? Ой, скажи, как они вкусно пахнут. И огурчики. И огурчики. Класс, да, Микуська? Ты аж облизываешься. Вот так вкусно пахнет помидорчик. Скажи, я люблю помидорчики. Мама, скажи, скорее давай. Давай мыть помидорчик и кушать. Сейчас я небольшой возьму. Какой бы мне взять? А не, ладно. Маленький, да какой-то, да? Микусь, маленький выбрать. Небольшой помидорчик и его схряцать. Вот такой выберем. Подходит нам такой помидор? Ты собралась сделать? Мыть помидор. Домашний? Да. И есть. Да. Микки достала мясо, размораживаю. Микки, сейчас. Сейчас. Сейчас, зайка. Гляньте, как она ждет помидор. Смотри, София. А ты же не ей даешь. Ей тоже. Она любит, знаешь как? Зайка, такой помидор. Скажи, мам, давай скорее мне его. Скорее, лапкой его, лапкой. Вот так. Боже, гляньте, что творит. Она хочет его разломать. Сейчас. Сейчас. Да быстрее, скажи, мамулька, ну что ты? Ой, боже. Я, правда, в маске. Маску делаем. Конечно, вкусная, только помой. На, скорее, бубочка моя. Ой. Какой он вкусный. Вкусный. Это такой ж... вот. Угу. И Микки нравится. Ням-ням-ням. Слышь, как она нямкает? Мой вкусненький, скажи, помидорчик. Вот эти косточки. Сейчас столько много и нельзя. Боже мой. Да ты хоть пожуй, хоть вкус почувствуй, Микуська. Я на ней второй буду сейчас. А ты так вкусненько, да? Ой, боже, а глазки закрываются, да? Вкусный, бери еще. Мой. Угу. Помидорчики очень вкусные. Небольшой вот возьму. Угу. Сняла маску. Уже время прошло. Помидор неудобно есть, девочки. Вкусная. Микки гавкает, пока я пошла снимать. Она гавкает, зовет меня. На стул залезла, смотрит на помидоры и гавкает. Снова смотри. Микки, ну ты много съела, зайка. Мне не жалко. Ну, чтоб тебе плохо ж не было. Потом выживет. Ну да, потом будет плохо. Я ж тебе дала. Ты пол помидорчика съела.
Но такими глазками грустными смотрит. София, аж 2 помидора съела. Ах, аромат. Я боюсь, сейчас как чвиркнет. Такие сладенькие аж. Пахнет помидорчиком. Я вспоминаю, когда у родителей жила раньше. У них в мисочке, в холодильник мама сказала мне, не убирай, пусть миски стоят. И всегда вот такой вот запах подойдешь. А, еще когда мы томат крутили, там вот это на струмок, вот этот запах помидоров. На сегодня. Я так никогда еще фрукты не любила. Ой, овощи, господи, фрукты. И арбуз, и дыня, и помидоры. В общем, мы сегодня... Может, еще петрушку? По фруктам и овощам. София, приглашаю тебя отобедать. У нас салатик с домашними огурчиками, помидорчиками, лучок, чесночок с маслом. У Софии гречка с сосиской, у меня пюре с сосиской. Нам приятного аппетита. Мы с Софией обедаем и играем в игры. Ну, в флаги. Помнишь? София много знает флагов, потому что у нас книжка есть, она там учит. Сирия.